Доброе утро, друзья! Доброе утро! Сегодня 8 мая 2023 года. Город-герой Мурманск. И я на этих выходных ездил в Кандалакшу, проводил сборы 2 дня. Вот. Сегодня у нас в Мурманске легкий дождик, плюсовая температура, весенняя такая уже. Весной запахло, предпраздничная обстановка. Вот. Я небольшую практику сегодня проведу, пока большой дождь не пошел. Давайте сегодня постоим в столбе Чинбао-Джан. Вспоминаем, что и как мы делаем в этом столбе. Как выстраиваем положение тела, осанка. Положение шеи, положение тазобедренных суставов, как мы немножко отводим их. Как мы руками, а если точнее, всем телом обхватываем легкий шар. Какие углы у нас в плечах, в руках. Как вынесены руки вперед. Какие у нас пальцы раскрытые, вытянутые, чуть подсогнутые. Какое состояние тела фансун. Отпускаем все лишнее напряжение, осмотрите все свое тело, послушайте его. Сосредоточьтесь, стараемся не отвлекаться на посторонние мысли, только вот то, что вы непосредственно делаете. А делаем мы вот что, мы, используя свой ум, свое сознание, как генерала, который командует армией, армия – наше тело. Дается команда от нашей головы, и тут же мгновенно передаются сигналы во все крайние, до крайних точек, до кончиков пальцев рук, до кончиков пальцев ног. И вот это взаимодействие, оно необходимо для того, чтобы расшевелить наше тело изнутри. У нас внешне это статика, статика спрашивает, зачем статика? Жизнь – это движение. На самом деле, внутри этой статики есть движение, внутреннее движение, и оно не прерывается, оно постоянно. Сложность овладения вот этим искусством внутреннего движения с помощью усилий, с помощью работы сознания в том, что сложно его просто вот повторить как внешнее движение, не показал, сделал. Необходимо развить определенные инструменты внутри нашего тела. Необходимо развить прочную, глубокую связь работы ума и тела. Необходимо уметь правильно расслабляться, удерживать концентрацию. Дыхание естественное, свободное, спокойное. Внутренние органы также расслабили. Что и как мы работаем с усилиями? В чем заключается внутреннее движение? Мы расшевеливаем наше тело во всех возможных направлениях. Сначала мы берем направление назад-вперед. Представили, что стоим в воде, вода немножко подталкивает, и мы взаимодействуем с водой, делаем встречные усилия, чтобы сохранить равновесие. И тем самым мы достигаем единое микродвижение в направлении назад-вперед. Оно больше изнутри чувствуется, чем проявляется внешне. Затем добавляем направление наружу-внутрь, усилия в этом направлении, назад-наружу, вперед-внутрь. Здесь также мы используем мыслеобраз. Это пружинка, которую можно растянуть, сжать, есть, ощутить вот это легкое сопротивление. Или как магниты. Назад-наружу, вперед-внутрь мы уже сшиваем направление вперед-назад, наружу-внутрь. Такие же усилия формируются внизу, здесь стопы у нас начинают работать, ощущения в стопах не только вперед-назад, но и наружу-внутрь. Вот эту работу почувствовали. Между коленями шар также можно
контролировать, легко сжимая и растягивая его. И затем добавляем усилия в направлении вверх-вниз, назад-вверх, вперед-вниз. Можно представить, что шар мы притапливаем, приподнимаем слегка, еле-еле заметно, назад-вверх, вперед-вниз. И вот таким образом, шаг за шагом, мы соединяем 6 направлений. Ну а на втором этапе мы уже тестируем все возможные направления, вот эти вектора в нашем теле. Периодически проявляем фанцу, можно вот так подвигать плечами, в локтях руки, кисти, пальцы пошевелить, на скручивание поясницы поднимать. Макушка тянется вверх, стопы упираются в землю, и у нас есть ощущение упругой связи между верхом и низом. Под мышками шарики можно представить, такие дополнительные мыслеобразы, между пальцами, чтобы здесь тоже ощущение. То есть мы заполняем все пустоты нашего тела мыслеобразами, которые помогают нам объединить наше тело. Комфортное состояние, хорошее настроение, дышим легко, свободно, хороший кровоток, лимфа, прекрасные условия для движения, благодаря вот этим усилиям внутри тела расшевелили. И второй столб, который мы сегодня поработаем, Хуньян-Джуан. Тоже наш базовый такой столб, в котором в самом начале мы делаем позицию один бабу стопы. Помните, да? Сзади стопа 45, вторая прямо. Тело довернули до фронтального положения. Весь тело назад сместили. Вот сюда чуть-чуть тазобедренные ставы. И тот же шар можно обхватить. Или в этом столбе чаще говорят, к дереву прижались. То есть чуть более мощные усилия. Одно дело шар, другое дерево. Всем телом прижались и пробуем его назад-вперед расшевелить, назад-вперед, назад-наружу, вперед-внутрь, назад-вверх, вперед-вниз. Тоже соединение усилий, как и в столбе Чинбао-Джан. Ну, уже за счет вот такого расположения стоп нам надо диагональные вот эти связи поработать. Связи вверх и низ тела. Пятка передней ноги пустая. Правая рука чуть выше, напомню. Более короткие по амплитуде усилия. И вот у меня сейчас капли дождя касаются тела. Я слышу звук. Слышу это, чувствую касание. И вот на втором этапе как раз можно такую интересную работу сделать, реагировать на, посылать встречные усилия навстречу капелькам дождя. Вот такой интересный можно подобрать вариант работы внутренней. А капли дождя то головы, то рук, то еще каких-то частей тела касается. И вот мы все можем протестировать это на втором этапе. А так как дождь ускоряется, то и наши усилия тоже мы можем разгонять. Так, с одной стороны поставили, потом с другой стороны. И повторим сегодня те базовые шили, с которых мы начинали. В позиции один бабу сразу сделаем бошу шили.
переносим из тела на переднюю, затем на заднюю ногу. Всем телом, сопротивление внешней среды. В воде мы делаем, поэтому плечи естественным образом расслабляются. Я не только руками подгребаю воду, но и всем телом, живот, спина участвует в этом ощущении сопротивления воды. С одной стороны, с другой поделали. Спокойно, медленно, непрерывно текучее движение. Сквозь пальцы чувствуем, поток воды проходит. Усилие всего тела. Под контролем сознания. Сознание ведет движение, как иголочка ведет нитку. Ну, приятное ощущение поясницы, слышу, как она там работает, все косточки, суставы. И до самой макушки доходит усилие. Кайхэшили. Здесь акцент мы делаем внутрь-наружу. Бошу вверх-вниз, чуть больше акцент. А здесь чуть больше акцент наружу, внутрь, но тоже есть вверх-вниз, вперед-назад. Открытие-закрытие здесь, между бедрами. С левой стороны тоже с водой работаем, самое оптимальное, на мой взгляд, взаимодействие дает и ощущение текучести, мы как бы вообще сливаемся с водой, и в воде хорошо расслабляться. Ум работает, ум ведет движение. Ум проявляется в этих движениях. И пинтуйшили. Здесь акцент вперед-назад. А здесь удобно, можно и в воде также поделать, а можно что-то вязкое втыкаем всем телом, руки вытягиваем. Или пружинки сжимаем пальцами, растягиваем. В то же время между запястьями тоже пружинки есть. И можно вот что с водой поделать, как раз дощечка на воде, слегка ее притопить и попробовать чуть приподнять, но не отрывать от воды. И вот все направления таким образом мы прорабатываем в пинтуйшили. Плечи не напрягаем. Повторим шаг Моцабу. Руки располагаем в позиции Фуанчжуан перед собой, или как пинтуйшили мы делали.
И медленно начинаем переносить вес тела. Стопа параллельно земле движется. Я прямо стопой чувствую травиночки. Вот маленькие здесь веточки. И передней часть стопы касаюсь. Усилие до самой макушки. Я всем макушкой тяну ногу. И преодолевая сопротивление вперед, в сторону, вниз. Сквозь воду иду против течения, допустим. Теперь течение в спину, допустим, бьет. Я всем телом преодолеваю. Поделали так мацабу и дзоубу шили, дзоубу бошу шили, попробовали, соединили методы. Назад, касание стопы, смена направления, вот это синхронизируем. Хэшли дзубу. Пинтуешь ли? Более 2 лет я проводил онлайн-трансляции, они на канале YouTube есть. И мы обычно заканчивали наши тренировки 3 специальными столбами и исполнением такого интересного и сложного шили, как шуньгуй-чушуй. Давайте обозначим эту практику тоже. Для этого нам необходимо дополнительно еще проработать суставы, низкие позиции, колени, бедра, тазобедренные суставы. Вот это замечательное упражнение сделать. Одно из моих любимых для проработки гибкости, подвижности суставов тазобедренных. Шиньгуй чушуй, ну кто знает, делает, кто нет, поделайте. Для начинающих рекомендуют лучше сделать еще раз бошуй шили, кайхэ, пинтуй. Но кто знает, вместе со мной сделаем несколько циклов шиньгуй чушуй. Фухуджан. С другой стороны. Сян Лун Джуан, усмирение дракона.
другую сторону. На травке сегодня позанимаемся. Такое приятное скручивание, натяжение. Очень полезный столб для поясницы, тазобедренных суставов. И Дули Джоан столб на одной ноге. На другой. Хорошо. Ну что, друзья, с праздником всех! С праздником, Днем Победы, будьте здоровы, побеждайте свои слабости, побеждайте желание пропустить тренировку, занимайтесь каждый день, укрепляйте свой дух, будьте здоровы.